Польская армия присоединилась к поисковым работам в местности, где может находиться так называемый «золотой пояс нацистов». Лихорадка вокруг него продолжается уже более месяца. Представители военного ведомства заявили, что армию задействовали, чтобы исключить опасность для местных жителей. Участие военных продлится до выходных, после чего будет представлен рапорт, который позволит оценить реальную ситуацию. Президент Вавжиха. Место потенциального нахождения поезда проверят саперы. Также его проверят на предмет радиационных и химических угроз. Целью исследования является исключение опасных для жителей Валбжиха материалов в районе на глубине до 1 метра. Напомню, летом двое мужчин сообщили о том, что им известно местонахождение легендарного поезда Третьего рейха, который мог перевозить золото, драгоценности, произведения искусства и оружие, которое исчез в конце 1944 года. Свои сведения они подкрепили снимками с георадара. Именно после этого к поискам присоединилось государство. В то же время ряд высокопоставленных чиновников Польши считают, что история с золотым поездом всего лишь утка.